Здравствуйте, дорогие друзья! Я Инна, это канал Speak Easy, и здесь мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. В этом уроке мы учим слова и выражения на английском языке из эпизодов и всегда начинаем со слов нового эпизода. В правом верхнем углу подсказка, по которой вы можете перейти на эпизод 8, на 8 серию. А теперь давайте приступим к изучению новых слов. Повторяйте за мной на английском. Bed – кровать. Computer game – компьютерная игра. Get up, got up, got up. Вставать, подниматься. Perfect – идеальный, прекрасный. Rock music – рок-музыка. Shop manager – управляющий магазином. Store. Магазин. Tuesday. Вторник. Wednesday. Среда. What time? Во сколько? Теперь наоборот. Я говорю на русском языке и делаю паузу. Вы вслух произносите перевод, затем проверяете себя. Начинаем. Кровать. Bed. Компьютерная игра. Computer game. Вставать, подниматься. Get up, got up, got up. Идеальный, прекрасный. Perfect. Рок-музыка. Rock music. Управляющий магазином. Shop manager. Магазин. Store. Вторник. Tuesday. Среда. Wednesday. Во сколько? What time? Повторяем слова из 7 серии. Go, went, gone. Идти, ехать. Gym. Тренажерный зал. Just say. Просто скажи. Noise. Шум. Speak, spoke, spoken. Говорить. Still. Все еще. Think, thought, thought. Думать. Travel. Путешествовать. Путешествие. Want. Хотеть. Weekend. Выходные. You're welcome. Не за что. Теперь наоборот. Идти, ехать. Go, went, gone. Тренажерный зал. Джим. Просто скажи. Just say. Шум. Noise. Говорить. Speak, spoke, spoken. Все еще. Still. Думать. Think, thought, thought. Путешествовать. Путешествие. Travel. Хотеть. Want. Выходные. Weekend. Не за что. You're welcome. Повторяем слова и выражения из 6 серии. Also. Также. Get home. Добраться домой. Marketing assistant. Помощник маркетолога или ассистент маркетолога. Publishing company. Издательство. Sometimes. Иногда. Usually. Обычно. И наоборот. Также. Also. Добраться домой. Get home. Помощник маркетолога. Marketing assistant. Издательство. Publishing company. Иногда. Sometimes. Обычно. Usually. Дорогие друзья, это была работа над словами. Ставьте класс этому уроку, задавайте вопросы и пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.